Вот, видите, сколько гостей к нам пришли. Откуда-то. Во, их сколько много. Знают, что меня давно не было, поэтому они пришли здороваться, наверное. Так что. Всем привет. Кто смотрит иногда мой канал? Давно нас не было. Так что. Вот и пришли на рыбалку с дочкой. Сейчас друзья придут. Мы уже линз ловили только что. Начали покормить, бросили. Минут 10-15 уже лин один есть. Да, у меня мама ушла с жизни. Поэтому ни настроения, ничего не было, чтобы приехать на рыбалку. Но жизнь продолжается, как говорится. Надо двигаться дальше. Поэтому решили уже с друзьями сегодня встретиться. Вот. И порыбачить, и потрендить. Так что, ребята, надеюсь, будет рыбалка хорошая, потому что вчера Петя приходил. Хорошо половил, но дождь потом пошел и ушел домой за буквально за час. Он 6 штук или 5 штук словил. И карпов там, и линь там. Поэтому сегодня пришли. Видите, с утра не было солнца. И сейчас солнце, и жарко. О, давайте еще на камеру. Может быть. Маленькая рыба. Там я вот покормили меня это место левую. Потерял свою бомбочку. Ничего страшного, купим другую. Ну, немножко, три раза бросил, покормил место, вот именно левая сторона. Сейчас Петя приедет, принесет и будем кормить дальше. Так. Fish? А, small one? А, no problem. The small two fish. Tunch, maybe. Tunch. The same one. Tunch. Да, народов мы пришли сегодня в 2 часа. Народов уже. Сейчас буду снимать. Мужчина там он словил что-то. А, the same one, yeah. Tunch, yeah. Тоже линь. Словил линика. О, видите, какой линь, да? Тоже меня отпустили. Так.
так идет тоже. Давай. Ну вот, главный рыбак. Не знаю, чуть удочку не потерял. Сейчас будем смотреть. Да куда-то идет. А, ну идет сюда. О-о. На эту удочку, за эту не зацепи. Ага. Ну все. Во. Сейчас будем смотреть, что. Ну что-то попало. О-о-о! Да что-то снизу. Да, ну вот, давай. Таскай. Здесь. Ну вот будет. О, там уже волны пошли. Конечно, хороший. Здесь плохих не бывает. Ох, ох. О, да, это как свинья. У нас по килограмму давит не клюет. О, я даже... О-о-о! Ну вон он. Самое главное на видео есть уже третий. Ну третьего за. А, вон он. Ага. Ага. О-о. Вон он. Ну тут. Десять удочек у нас нет, только по одной на каждого. О-о-о. Сам зайдет или затащишь? Сам хочет, да? О, смотрите. О-о-о. О-о. О. Угу. Тащи, тащи. Ага, ага, ага. Ну вот. Я уж смотрю за своей удочкой. У меня уже три утащило. Неохота, что еще бы одну. Ну вот и сачка не надо нам. Без подсака. Сейчас вот отцепит, гляните. Ну, это килограмм 7, наверное, блин, больше.
Да здоровый, блин, кабан. Да держи. Держи. Во. Во. Во, во. Вот какой говорит. Вот говорит. Этот не говорит, этот сожрет. Вот теперь сейчас выбросим и вот туда его. Ага. Давай. Все. Следующий будем смотреть. Ну вот. Ну вот, и Петя зацепил своего линчика. Ну да. Шевале, шевале. Шевале. Ну тоже хороший, смотри. Нет, шевале, шевале. Да, шевале. Вот такую рыбу, скажи, у нас нельзя. Нельзя, да. Брать. Вот такую рыбу нельзя брать, да. Но тоже не маленький. Но я поймал где-то, знаешь. Сейчас мы достанем. Блин, там здоровый. Во, во, тоже здоровый, смотри. Да, тоже здоровый. Ну, ни хрена себе. Я поймал еще больше там, понимаешь, такой кабан, так, знаешь. На, скорее, там, вот где? Эту у нас рыбу не берут. Придется. Да, надо сразу отпустить, чтобы от греха подальше. Два больше. Да, где-то 2 килограмма. Эй, ой, бля, сука. Грязи буду. Извините за мат, ой. Оф, оф. Все, грязь. Свинья, блин. Есть свинья, вот и... Так, вот, ребята, очередную. Петя. Они шевали. 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 О! Смотри, как прыгает. Шевали прыгает. Что они сегодня, блин, а? Ну, уже третий шевале, но... Да попался-то не туда, куда надо. Да, сейчас сразу, да, пускай не туда, да. Ты смотри, куда попал-то. А, за видишь, за жабру. Да, сбоку. Сбоку, да. Да, смотри, да. Как попал. Ну, хорошо, там, отпускай, понятно, потому что здесь такую рыбу вообще нельзя. Да. Взял, сразу отпускай, вот. И все, да. Вот такая рыбка. Да, нельзя такой рыбки. Туда. Оп. Да. Ну и хватит. Ну что, ребята, в итоге, да, поедем сейчас домой. Потому что дала очень много план. 11 штук. 2 штучки, а я 9, да. 3 карпа. Потом 5-6 линий, там вот и это самое. Ну нормально там, да. Для первого раза я давно не был. Аккуратно не пойди. Ну, будем уже потихоньку ходить иногда, по возможности. Красоту запишу. Точка уже устала. Устала ты? Да. Ну, сейчас поедем, все. Сейчас поедем домой.